Это сорт Karma Miracle от Карен Оливер, селекция, с картофельным листом. Могли бы больше навязать, но моя агротехника в этом году отвратительная. Помидорки от неравномерного полива трескаются, причем сразу в нескольких местах. Такие некоторые чуть-чуть сердцами. Этот прямо готов. И вот здесь тоже хорошая кисть висит. Хорошие помидорки нужно будет попробовать. Вот такие красивые, слегка разноразмерные такие сердечки, плодики. Болотно-бордово-малинового цвета. Такие красивые. По весу в основном, ну, около 100 грамм в среднем. Которые маленькие, помельче. До 40. Такой красивый желто-зеленый разрез. Периодически попадаются красные риски тоже. Сейчас попробуем, как он на вкус. Возьмем перезревший мелкий помидорчик. Какой у него особенный вкус? Очень сочный помидор. Очень хорошая сладость. Мало кислинки. Но вкус у него очень особенный. И привкус. Я даже не знаю, с чем сравнить. И сок такой освежающий. Блин, обалденный томат. Советую попробовать. Karma Miracle. Класс. На семена тоже он не бедный. Блин, его привкус и послевкусие офигенное. Прям вообще наслаждение. На этом сегодня, наверное, и закончу. Перезагружу рецепторы.